Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dino Bash. У нас осталось 3 миссии до перехода на следующий материк. Но, ребята, я не могу пройти 73-ю миссию. Я уже много раз пытался. Ну, сейчас вроде бы на один уровень поднял стега нашего и... кого же я еще там? Тирекса. Попробуем, может быть, на этот раз все-таки у нас что-нибудь да получится. Так, выбираем с вами, наверное, вот этих вот... А, нет, секунду. Мы возьмем лучше сюда все-таки... Так, вот таким вот образом. Здесь у нас валун, ледянка и отравлялка. Поехали, ребят, ну, честно скажу, вынос мозга полнейший. Просто тут очень сложно, ну, по крайней мере, для меня. И именно моими бойцами. Но будем как-то стараться. Так, для начала понятно, тут у нас выйдут шаманы. Их, по-моему, здесь очень много будет, да? 4 или 5. Так, идет бомжиха, я слышу. Так, еще должны, по-моему, выйти шаманы. Да, еще, ребята, выходят шаманы у нас здесь, поэтому нужно их быстренько ликвидировать. Вот так вот. Фух. Еще, что ли, один шаман идет? Ё-моё. Еще, ребята, один шаман идет. Так, ладно, давай попробуем уничтожить их. Да куда ж ты бросил свой валун? Ну что ты... Что ты делаешь? Ребята, раз, два, три. Три. Три шамана идет у нас здесь. Слушай-ка, ну это... Это вот так надо делать, наверное, я думаю. Ух, хорошо. Так, давай-ка я, наверное, вот сюда вот валун брошу. Так, а тут шаман опять же. Тут, ребята, опять у нас шаман. Так, что у нас тут происходит? Дела наши плохи на самом-то деле. А самое бесявое, что вот эти, ребята, шаманы подкрадываются и сейчас начнут лечить. Да, будут лечить. Давай попробуем сделать так и валун сверху. А? Хорошо-то как. Слушай, ну удачно пока все идет. Кто там идет? О, эти летят у нас. Летуны и опять шаманы. Почему их так много здесь? Так, подожди, они, ребят, подбили мне моего динозаврика. Я на это не подписывался. Давай вызовем Рэмбо. Так, ну хотя бы одну бомжиху, ребята, нам нужно подбить. Одну бомжиху мы подбили. Давай сюда вот бросим ледянку. Твою же маковку, ну куда она упала, а, ребята? Совсем не туда, куда я хотел. Если честно, совсем не туда. Так, с факелами, все дела. Тут очень, ребята, осторожно надо быть. Насколько мы помним, с огнем очень мощный противник. Да и, в принципе, они тут все мощные. И с копьями, и со всем видом оружия. Даже с этими молотками. Да-да. Тут, ребят, не поспоришь. Так, ох ты, сколько их тут. Ну, давай попробуем сюда валун бросить. Может быть, заморозим, а может быть, даже уничтожим. Отлично, я вам скажу. Слушай, бомжик, наверное, не пробьем. Ребята, еще и плюс эти чуваки каменные, а? Как быть? Я не знаю, как быть. У меня нет бонусов, ни одного, ребята, бонуса. Я имею в виду в плане там какого-нибудь камня, вьюги, метели или еще что-нибудь в этом роде. Эть. Ну-ка попробуем заморозить. Может, прокатит? Слушай, ну, вроде бы прокатило, но ненадолго. Там еще, ребята, идет один шаман. И опять же бомжиха орет. Что-то мне кажется, что у меня опять ничего здесь, ребят, не получится. Как бы я ни старался, как бы я так не пыхтел, ничего подобного у меня не получится. Давай так попробуем. Ты посмотри, сколько их здесь. Просто, ребят, просто их целая армия. Просто целая армия. Я... Без понятия, как сопротивляться с ней. Как с ней сопротивляться? Кто-нибудь не скажет вот это вот, а? Тут еще и с копьями. Их очень много, ребят. О, хорошо. Да, хорошо. Не очень хорошо, ребят. Не справился он со своей задачей. Ну что тут еще ерунда какая-то вылазит? Реклама еще к чертовой бабушке вылезла мне. У меня такой напряженный бой здесь, а она вылазит тут. Как раз, блин, вовремя, да? Ну-ка. Так, слушай, ну, может быть все-таки
Как-нибудь, я уже не знаю, как, ну как-нибудь. Еще, ребят, там одна бомжиха орет. Ну вот как вот здесь вот можно пройти, а? Ну вот как? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость, вот как тут можно пройти, когда тут целый арсенал просто идет? Давай еще одного телекса. Слушай, они подходят все ближе и ближе и ближе. Ну-ка. Так, ладно, с одной мы якобы справились с бомжихой, да? Кто там? Там еще их, ё-моё, сколько! Мне элементарно, ребят, не хватает просто мощи. Понимаешь? Не хватает мощей. Совсем чуть-чуть. Совсем, ребят, чуть-чуть. Так, надо здесь, наверное, нам сделать как-то, я не знаю даже как. Давай попробуем сделать вот так и вот так. Авось прокатит. Я в этом не уверен, конечно, но вдруг чудо какое-нибудь случится, и мы здесь с вами пройдем сегодня эту миссию. Мне бы этого очень сильно хотелось бы, ребят, очень сильно хотелось бы. Потому что я очень долго пытался ее пройти. Очень долго пытался пройти, и никак у меня не получалось. Так, попробуем шамана сейчас накрыть. Нет, этого не может быть, ребят. Неужели про... Ёлки-палки, прошел, ребят. Мне просто не верится своим глазам. Не верится. Так, зарабатываем с вами еще 4000 сверху. И у нас 21250 монет. Ух, так, что у нас здесь? Ай, немножко не хватает, ребята. Здесь совсем чуть-чуть. Да и, в принципе, здесь тоже. Но супервалун мне бы не помешал. Вот серьезно вам говорю. Ну что, переходим на следующую миссию. Я даже боюсь представить, что нас там будет поджидать. 74-й. Так, у нас 25 тысяч. Я могу что-нибудь улучшить? Я могу, наверное, улучшить стега. Ага, брахио. Тирекса, к сожалению, нет. Надо еще 10 тысяч. А по снарядам? Мне бы ядовитый снаряд... Ох, 40 тысяч стоит улучшение, ребята. Или ледяной, или ядовитый. Ладно, я пока не буду деньги ни на что тратить, ребят. 74-я миссия. Поехали. Будем дальше пытаться здесь проходить. Так, что нас тут поджидает? Надеюсь, легкий уровень. Надеюсь на это. Не то сделал маленечко, не то сделал. Ого. Сразу вот так вот. Отряд бомжих. Так, я понял. Опа. А? Не тут-то было, да, ведь? Так, копейщик там идет. Где мой этот? Давай, подбивай этого летуна к ядрене фени. А я пока буду заниматься нашей армией. Так, два копейщика. Копейщик отдуплился, ребят. Довольно неплохо отдупляется он. Так, ледяночка у меня готова. Сейчас она у меня полетит вот сюда. Так, давайте их, наверное, травить. Я не знаю, что с ними тут делать. Бомбить. Ай, валун, ребят, не туда, да? А, нет, все нормально. Я думал, сейчас просто бомба у нас взорвется. Но нет, все, нам повезло. Так, бомжиху, в принципе... А, тут две бомжихи. Да нет, ребят, они две. Больше тут бомжих. Ой-ой-ой-ой, жалко мне моего динозаврика. Сейчас, по-моему, он, ребята, отдуплится. Или все-таки не отдуплится. Нет, все-таки они его подбили. Так, еще идут, да? Еще идут, ребята, аглоеды. Слушай, я буду тебя долго травить-то здесь или нет? А, я не попадаю по нему. Вот оно что. Так, секунду. А если я вот так сделаю? Ты посмотри, сколько... Оу, тихо, ребят, я... Смотри, опять этот бежит у нас. Его нужно травить. Вот этого-то гаврика надо травить обязательно. Вот, смотрите, как неплохо он у нас отнимается здоровье у него, я имею в виду. Ну тут яблоня уже быстро он, кстати, до нее добрался. Так, ну-ка давай-ка их замораживать. Какого хрена ты делаешь-то, эй? Мне нужны яблоки, ребята, мне нужно много яблок. Очень много яблок, потому что... Так, это с молотками, тоже опасные типки. А давай вызовем Рэмбо. Рэмбо нам здесь должен помочь, он должен сбивать их всех. А чё... Ребят, я не понял, а что случилось-то? Почему он не смог, Рэмбо не смог подбить? С чего вдруг? Не, ребята, это, по-моему, не...
Нифига не легкий уровень. Тут шаман, что ли, где-то? Где-то шаман. Точно шаман. Я думаю, что за проблема? Там же, ребята... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, какая армия идет. И уже тут яйцо. Тут, ребята, уже яйцо недалеко. Вот тебе и незадача. Вот тебе и незадача. Заморозка, да? Давай бросим, наверное, вот сюда ее. Бесполезно, я знаю, шамана травить, но тем не менее. Смотри, сколько тут, ребята, бомжих идет. Смотри, просто целая армия. Так, здесь еще не меньше, ребят, врагов. Че у меня там по динозавру? У меня, ребята, очень мало денег. Почему мало денег? В чем проблема? Ты посмотри, сколько их там, целый арсенал, ребят, летит. Яблоки, срочно, ребята, мне нужны яблоки. Нет, только бы не дошли до моего стягача. Смотри, как они его быстро, ребята, отдуплили. Очень моментально его, ребят, подбили. Слушай, что надо делать? Тут шаман еще сзади, да, идет? Ладно, я попробую сделать вот так. Она не успокоится, она, ребят, бежит. Она идет, орет, эта бомжиха. Что-то мы уже не можем с вами вот этого вот довольно быстро отравить. Ну, отдуплился, наконец-то. Так, подбили? Нет, не подбили, мы не шиша. Давай сделаем так. Где там бомжиха? Вон она идет. Блин, да что ж ты будешь делать? Шаман, ты достал уже, серьезно. Он меня бесит, ребята. Он меня бесит. Фух. Так, давай, наверное, сделаем вот так вот. Ох ты, здесь надо заморозку бросать. Однозначно. Слушай, хорошо сработало. А вот тут-то их сколько? Ты посмотри, сколько их тут. Целая куча. Тут, по-моему, ребята, мы с вами не пройдем. Да одно! Ты посмотри, там бесконечная просто орда идет. Здесь надо бросать, скорее всего, нам заморозку, ребят. Вот именно сюда, вот в эту кучу. Или вот так вот делать. Даже не знаю, что лучше. Или так, или так. Мне кажется, не получится ничего. Ребята, уже яйцо здесь недалеко будет, поэтому... Прям вот в эту вот шаблу бросаем. И отравляем. Вот сюда заморозку есть только бросить. Ребят, как думаете, прокатит? Должна прокатить, да? Ну-ка, пробуем. Дыдыч! Теперь сразу валун сверху и отравление. Фух! Ну что, шаманчик, иди сюда. Я тебя сейчас просто нахлобучу сейчас. Неужели, ребята, мы с вами прошли? Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Нам просто везет. Так, сколько нам? Ух ты, 41 тысяча, ребят. Еще больше монет сколько получим? Годно. Так, итого у нас 45 571 монета. Вот теперь... Во! Неужели, ребята, мы получаем с вами супер валун? Это шикарно, это хорошо. Он нам пригодится в обязательном порядочке. Так, а вот теперь я сижу и думаю, что же нам все-таки улучшить? Либо... Так, что такое? У нас для тебя большая скидка на монеты и бриллианты. Распродажа монет, распродажа бриллиантов. Давай посмотрим, что у тебя тут. Ого! Слушай, ребята, вот это вот выгодное предложение на самом деле. Так, ну что же, теперь давай улучшим. Да-да-да, я хочу улучшить, ребята, Тирекса. В обязательном порядке его надо улучшать. Вот так вот. Ну что же, довольно крепким стал парнишка у нас, да? В принципе, больше не на что тратить. Так, ну что, 45 тысяч. Я думаю, что нам нужно вот этого Тирекса тоже с вами улучшить. Пускай он, ребята, улучшается. Так, ну что, 75-я миссия. Поехали. С пылу с жару, как говорится, да? Надеюсь, мне поможет то, что я, ребята, усилил своего Тирекса. Нам почти удалось, наверняка следующий остров будет безопасен. Ага, мечтай. Будет он безопасен, как же. В другой жизни он будет безопасен. Так, ядовитая... Ну, ребята, она как бы
травит, но не так сильно, как хотелось бы на самом деле. Так, шаман, ну-ка вали-ка отсюда. Шаман нам здесь не нужен. Это я вам точно говорю. Бомжиха за бомжихой, да? Кричит, орет. Давай этого чувачка подобьем. Бумс, шикарно. Так, мне нужно, ребята, посмотреть, как мой Тирекс будет в деле. Как он будет себя чувствовать. Так, это у нас не тот Тирекс. Мне нужен вот этот вот, который у нас каменный, так скажем. В каменной броне. Так, погоди. Тут, ребята, хламон у нас бежит. Опа-на! Он бежит, он почти у яйца, он его начинает, ребята, колупать. Ну-ка, травим его. Да когда что... Вот, отдуплился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Каменный Тирекс, которого мы с вами усилили, не настолько он и силен, если честно. Опять ты! Куда же у нас... Ай-яй-яй. Смотри, ребята, он где-то бежит, он подкрадывается. Фух. Ну, может, хватит уже тут баловать-то мне, а? Ребята, у меня яблок, совсем нет яблок. В принципе, из-за этого мы с вами, наверное, и проиграем. То, что я по яблокам сольюсь. Отлично. Слушай, ну бомба-ледянка, она тоже хороша. Вы сами заметили, да? Она бомбит довольно некисло. Так, вот еще следующий отряд у нас бежит. Давай. Да там не один, там их будет много, этих отрядов. На самом деле. Ой-ой-ой-ой, орет одна за одной. Значит, здесь их будет действительно очень много, ребят. Давай бросим вот так вот. Может быть, отравлялочку даже. Так, смотрим. 3, 4. Ребята, 4 бомжихи сразу к ряду, ты представляешь? Ну-ка, давай вот эту вот главную с вами поджарим. Кстати, у нас здесь бомбы. Мы можем сейчас вот здесь вот их... Хотел сказать, сконцентрировать, ага. А там еще отряд. Ох, сейчас как бумкнуло так смачно. Да, ребята, я яблочки улучшу. Мне нужны яблоки. Мы с вами здесь от яблок, как говорится, существуем, живем и процветаем. Без яблок нам тут ничего не поможет. Есть. Буду тут еще мне бежать со своими факелами. А, нет, их еще... О-о-о! Там целый, ребята, арсенал. Смотри, что происходит. Нам нужна... Вот если бы у нас бы, вот, ребята, бомбочка вот эта ледяная откатывалась бы в разы быстрее бы, было бы намного лучше, поверьте мне. Мы бы тут бы сейчас бы так круто бомбашили бы. Ну, так, я вот сюда сейчас брошу ледяную бомбу. Вот сюда, ребята, вот сюда брошу ледяную бомбу. Ну, совсем не то. Не тот эффект, ребята, не тот эффект. Давай, бомжих этих и топорщиков всех. Отлично. Травим. Вызываем Рэмбо. Слушай, Рэмбо... Нет, Рэмбо я прокачивать не буду. Не буду я прокачивать, ребят. От него здесь сейчас толку никакого абсолютно. Да ладно, еще что ли отряд идет? Я думал, что это последний. Ага, последний, как же. Держи карман шире, называется. Вон, ребята. Отряд трясогузки валит. Что ж ты будешь делать, а? Опа, опа, опачки, кто бежит, смотрите, ребята. Старый пришелец. Старый знакомый, давай мы его, ребята, сразу травить. Ух, ты что там происходит, ребята, ты видел, сколько там их? Ты видел их сколько? Давай, давай, трави, трави. Да, ну он должен, по идее, дуплиться, ребят. Так, давай вот сюда бросим, наверное, так. И вот так. Ну? Че, еще что ли отряд бежит? Да как так, бесконечно что ли он? По-моему, так оно и есть, ребят. Бесконечно тут будет все у нас происходить. Так, яйца, говорю, уже яблоню, конечно же, нужно улучшать. Мы с вами здесь от яблок пляшем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько их там, ты что, ты... Может быть, серьезно, хорош уже, а, издеваться надо мной. Ну... Получилось вроде бы что-то. Что-то получилось. Во. Пробили мы такие их.
Так, а тут яйцо недалеко, да, по-моему, ребят? Вот, ты посмотри, какая шабла бежит. Тут просто офигеешь, ребят, просто офигеешь. Есть у нас супер валун, можно будет его использовать. Уже на худой, как говорится, конец, да? Из последних сил, как говорится, мы будем его бросать. Так, мы подбили здесь, заморозили. Ой, Рэмбо совсем не наносит урона. Я только что, ребята, глянул, но это ничтожный урон. Вот. Смотри, какая хорошо. Неужели у нас получится пройти? Неужели? Хотя тут рядом яйцо, ребята, и очень опасно. Но врагов больше нету. Не идут. Ой, по-моему, мы с вами переберемся на следующий материк. Да, прямо сейчас. Что такое? Что такое? Фу. Сбили. Вот такая вот, ребята, игра. Очень и очень сложная. Да, как ни крути. Так, и 29541 монета. Метеоритный дождь. Купить. Давай, конечно, три штуки возьмем, ё-моё. Так, что у нас тут? Ага, понятно. Ну что, ребята, должны, да, мы с вами попасть на следующий материк. А, нам еще вот это нужно пройти. Это в обязательном порядке, да? Это в обязательном порядке? Ну ладно, давай посмотрим. Огонь очень опасен. Да я уже в курсе, что он очень опасен. Да, получается, что еще один уровень. Надо улучшать яблоню в первую очередь. Это я уже понял. Ага, что-то это знакомая, ребята, история. Вот так вот. Так, бомжиха идет. Траванем ее. Ну-ка, валунчик, если мы с вами бросим. Блин, валун, конечно, надо было, ребята, бросать. Вот на них, на этих говрюш. Кто там бомбит, я не могу понять. Показалось, что как будто кто-то бомбил. Ага, а если я вот так сделаю? Подобьем? Хе-хе-хе. Тут и оно будет знать свое место. Ладушки, смотри, вроде бы неплохо, ребята. Так, травим их всех, чтобы у них как можно меньше оставалось здоровья, пока они к нам будут подходить. Да, тут шаман выходит. Не было печали, но шаман появился, ребят. Шаман появился и начинает хилять. Так, я бомбу не буду, ребята, тратить. Камень, валун. Я лучше вот сюда его потрачу, да? Бросив на этих говрюш. А? Вот так-то. Да что ж такое, они бесконечно, ребята, идут. Смотри, а мы бомжиху довольно неплохо раскатали. Вообще замечательно. Так, до второй добрались. Куда летите, прошивцы? Куда летите? А? Летунчики. Слушай, и стегач, кстати, тоже очень хорошо, ребята. Я его немножко прокачал, и он классно себя чувствует. Очень классно. Так, бомбежка. Яблоню улучшаем. Сейчас, сейчас, сейчас мы ее забомбим. Так. Нечего тут с факелами бегать. Так, следующий бежит отряд, да, у нас? Ну, ладно. И не один, я так понимаю, ребят, там, по-моему, их несколько, даже две штуки. Плюс в каменной броне. Тогда мы делаем с вами вот такой маневр. Да, мы их не убили сразу же, с первой попытки. Но здоровье у них поотнимали. Можно, кстати, попробовать потравить. Ага, шаман. Там, ребята, шаман. Ну, попал. Неужели он, ребят, попал по шаману? О-оу, о-оу. Тихо, 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 тихо. Ты смотри. Разбушевались-то здесь. Не на шутку причем. Давай вот так вот валуном еще их. Хе-хе-хе. Блин, ну их тут что-то дофига уж больно. Уж больно их дофига здесь. Может быть, здесь надо было взять нам брахио на всякий случай, а? Вместо стег. Нет, стегач нужен. Стегач здесь нам пригодится, ребят. Опять, опять орет. Так, бросим сюда бомбу. Слушай, а это у нас еще осталось целенькое, смотрите. Минка-то. Еще целехонькая. Так, Рэмбо, почему... А, у нас откат, ребята, по Рэмбо. По Рэмбочу у нас откат.
Сразу же их всех тут нахрапчиком снесли. Кто там у нас? Там у нас опять бомжиха. Давай сюда бросим ледянку, наверное. Бумс! Шикарно! А вот это вот не надо. Переодетый. Во, в подвал он попал. Олух. Олух! Что это за... Ребят, смотрите, у нас максимальное яблоня. То есть максимальное количество яблок, которое мы можем с вами делать. Я в первый раз, кстати, до такого раскачал свою яблоню. Надеюсь, не в последний. Так, дай-ка я, наверное, тут брошу. А здесь будем травить. Так, с молотками. Это тоже, ребята, опасные паршивцы, потому что они бросают молоточки свои и очень колоссальный наносят урон. Поэтому желательно бы их уничтожить как можно быстрее. Две бомжихи. Одна укрепленная, другая обычная. Ой-ой-ой-ой, сколько их там прет, а? Сколько их прет. Ну, ребят, не забывайте, что мы с вами купили метель. Метель же у нас? Нет, у нас, ребята, этот метеоритный дождь. Астероидный. Так что, если что, будем его применять. Его, наверное, уже будет скоро надо будет применять, потому что они все ближе и ближе к нашему яйцу подкрадываются, а? Так, мне бы, знаешь, что сделать? Давай, наверное, вот так вот бросим. Отлично. И вот этих хлопчиков мы сейчас тоже с вами заморозим. Слушай, ну, вообще идеально. Я прям в шоке, ребята, как мы с вами сейчас проходим игру. Неужели это все от того, что я немножечко повысил себе до тираннозавра вот этого? Да ну. А может быть и да. Но, тем не менее, ребят, мы с вами прошли этот эпизодик. Так, монетки, давай еще. Так, тут у нас... Блин, ребята, всего лишь не хватает двух динозавров, чтобы получить 3000 монет. Ну, теперь-то вы нам дадите перейти на следующий материк или нет? Ну, погоди, я не понял, а в чем проблема-то? Открыть за 7... Вот жулики, а? Уже не знает, где бабла стянуть, да, с тебя? На этом острове живет мой старый друг. Попробуем отыскать его. Угу. Попробуем отыскать его, говорит. Ну ладно, давай посмотрим, что там. Я, в принципе, знаю, что это за друг. Ледяшка его вроде там величать. Хоу! Новая территория у нас. Горлопаны бегут. Так, они, наверное, тут будут еще крепче. Ты посмотри. Ты посмотри, а. Они еще и с факелами, а. Ого! Они мало того, что с факелами, ты еще их, называется, попробуй пробей. Ха. Ну-ка, как мой Рэмбо, давай посмотрим, как ты с ними будешь справляться. Сразу подобьешь или споткнешься об кого-нибудь? Раз, два. Это что там ползет? Ребята, это катапульта собственной, блин, персоны. Ё-моёшечки. Опа, он, смотри, ветками горячими бросается. Как, сколько он урона, ну? Да вы чё, вы сейчас издеваетесь, что ли? Ты видел, какой урон они наносят? Нет, ребята, это извини меня, но... С таким обалденным уроном, как я тут буду вообще... Или это катапульта бомбит? Это катапульта, блин, бомбит. Столько урона наносит. Все, я понял, ребят. Надо ее подбивать в первую очередь. Надо ее подбивать. И бомжихи, и все. Кого тут только нет. О-оу, о-оу. Ребята, что будем делать? Как мы тут должны выживать, катапульта? А ну-ка, получи. Она хоть травится у нас, катапульта-то это вообще, или нет? Не пойму я, не знаю, не вижу. Ага, мы ее можем заморозить, это уже плюс. Мы ее уничтожили. Слушай, ну если такая фигня еще одна выйдет, то я боюсь, будет хана нам, ребят. О, видишь, как Рэмбо бежит, ему на все плевать. Еще очередная, ребят, бомжиха где-то.
Так, нам нужна бомба-заморозка. В обязательном порядке мы ее сейчас будем вот сюда бросать. С огненными факелами это, конечно, имба. Да причем мы их даже подбить не можем, ты понимаешь, в чем дело? Мы их не можем сразу убить. То есть ветки мы им потушили. Хоть что-то мы сделать смогли. Так. Травить не получается у меня их. Как быть? Так, давай вот так попробуем валун бросить. Ага, вот, секунду. Сейчас сделаем. Тихо, 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 тихо. Ты куда разогнался? Эй, хмырёныш. Ребят, смотрите, что он делает. Он что-то как-то очень плохо травится. Очень плохо травится. Еще давай мне тут расколупай яйцо, а? Ханорик. Ребят, применяем. Не было у меня другого выбора. Ну? Хорошо, что хоть шаман падает все-таки с первой попытки. А то я думал, его тут придется бомбашить. Нет, ребята, все нормуль. Ну? Надо, наверное, все-таки, знаете, что делать? Прокачивать нам отравляющую вот эту вот бомбу. Она довольно неплохо себя ведет и довольно эффективно. Мне написали, последняя волна. Спасибо большое, последняя волна. Состоящая фиг знает из кого, да? О! Давай вызову динозавров наших. Так, да, ребят, последняя волна. Так, мы хотя бы вот, я смотрю, ребят, как мы урон наносим. Поскольку... Ну, без хила все хорошо было бы. Как он только пришел, все стало сразу намного хуже. Без него было эффективнее все. Так, ну что, бросаем ледянку вот сюда вот. Так, вызываем Рэмбо. Все, шамана мы с вами убрали отсюда. Фига себе, последняя, говорит, волна. Тут еще их, ё-моё, сколько, посмотри. Последняя волна, ага. Там их, по-моему, бесконечность. И вон тот хмырь опять бежит, а? Отравляющий. Так, надо его, ребята, убивать. Иначе будет хана. У нас там и так, по-моему, яйцо, да? На пределе. Отдуплился, хорошо. Вызываем динозавриков всех в помощь. Всех в помощь. Так, этих затравить. Так, 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 на. Ну что, отдуплился. Хорошо, давай вот этого теперь уничтожим. Есть надежда, ребят, на выживание или нет у нас, а? Как вы думаете? Сможем пройти? Я надеюсь, что сможем. Я в это верю. Всей душой и телом. Ребята, мы пройдем с вами этот уровень. Сложно, ничего не говорю, но мы пройдем его. Ну-ну-ну-ну-ну, кусай, кусай, кусай. Есть. Все, нет? Е-е-е. Прошли, ребят, прошли. Слушай, надо все-таки, мне кажется, травящую бомбочку улучшить. Так. Опачки, 3000 монет забираем, конечно же. Так, призови, и нам дадут метеоритный дождь, астероидный, да? Так, или же заморозку, или же отравлялку. Вот как вы думаете, что нам лучше улучшить, ребята? Или динозавра улучшить, а? А, он улучшается. Снаряды. Вот у нас ядовитый снаряд. А вот леденящая бомба. Я даже не знаю, может быть, все-таки снаряд леденящий, а? Или ядовитый... Не, давай ядовитую бомбу. Следующее улучшение на 46 тысяч, да? Опупеть. Опупеть, ребята. Ух, тут сколько... Уровни. А ледяшка будет на 87-м, а мы с вами только на 77-й перебираемся. Ну, тут что-то у нас будет какая-то магия. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим проходить Dino Bash. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков.